Общеобразовательная школа в Чиконе построена в 1976 году. Несмотря на возраст, здание в хорошем состоянии. Ремонт здесь делают поэтапно, но регулярно. В 2016-м отремонтировали вот этот спортивный зал. Он пользуется особенным спросом в хуторе. Кроме школьных занятий, здесь проходят тренировки воспитанников спортшкол, а по вечерам – игры. В 2017-м в школе заменили освещение, а в этом году приступили к ремонту обеденного зала – школьной столовой. Полы на пищеблоке уже были довольно, ну, они были последний раз, как, собственно говоря, положены в 76 году, так как никто не менял. Был огромный слой краски на них, и красить их, ну, очень дорого на самом деле обходится. И плюс ко всему, они уже начали, то есть лаги под досками, они начали уже прогнивать за такой период времени. И, соответственно, просто начали проваливаться полы. Это было уже небезопасно для детей, поэтому было принято решение заменить именно полы. Рабочие укладывают плитку, затем придет очередь стен. Кроме того, здесь установят новую сантехнику и поменяют коммуникации. Средства выделила депутат законодательного собрания края Ирина Конограева. До начала нового учебного года школьное руководство планирует привести в порядок холл и крыльцо, переложить плитку и покрасить ступени. Уже неделю как идут работы в Доме культуры в хуторе Просторном. Этому зданию 63 года. Ветхое, холодное и пропускающее лишнюю влагу, оно давно нуждалось в капитальном ремонте. Рабочие выровняли стены, залили отмостку. Снаружи здание утепляют, чтобы не пропускало влагу и холод. Дойдет дело и до кровли. Внутри планируют отделку современными материалами. Финансирование тоже из фонда депутата ЗСК Юлии Пархоменко. Нам очень нужен был этот ремонт, так как учреждение культуры востребовано жителями. К нам ходят маленькие дети, занимаются хореографией, на кружки по прикладному творчеству. Молодежь и подростки приходят на вечера отдыха и дискотеки. В скором времени представит обновленная спортивная площадка в Суко. Отремонтировать нужный для сельской ребятни объект поручил глава Анапы Юрий Поляков во время одного из объездов. Для устройства современного покрытия сейчас готовят основание площадки. Отремонтируют также ограждение.